Представьте себе, что весь украинский спорт, он такой большой, и много очень известных личностей, а вот такого имени бренда наш спорт не имел. Поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы у нашего спорта появился свой бренд. У всех, кто занимается спортом, спортом высших достижений, профессиональным спортом, массовым спортом, спортивными активностями, им предложили такое название, это будет U-Sport. Что все, кто занимается, это такое, рабочая такая версия названия. Ну, нам показалось, что это заслуживает того, что об этом говорить. Чтобы нас узнавали просто по одному такому названию. Не надо было ничего объяснять. U-Sport – это украинский спорт. И все, кто выступает под таким брендом, это все украинские спортсмены, все преданы украинскому спорту, все преданы принципам, на которых основывается украинский спорт.